Кожные заболевания насчитывают более сотни видов. Избавляться от наростов в домашних условиях или у самоучек-косметологов довольно опасно, говорят специалисты. Количество жертв лже-косметологов с каждым годом увеличивается. Применение на практике краткосрочных обучающих курсов у человека без медицинского образования грозит необратимыми последствиями. Любое изменение в кожном покрове требует медицинского осмотра. К примеру, псориаз не заразен, но это не означает, что заболевание можно оставлять без внимания. Он поражает не только кожу, но и суставы. Ни в коем случае не стоит удалять образование самостоятельно, народными средствами, либо у сомнительных специалистов. К сожалению, я как врач очень часто сталкиваюсь с тем, что когда приходят пациенты, и мы видим уже наличие различных нехороших структур образований в том или ином моменте. Девушка очень молодая пришла ко мне с проблемой образования на губе. Ей ввели гиалурон, вот, ну и, видимо, прокололи это образование, повредили это образование. Вот. К сожалению, я не могу вот технику именно рассказать, манипуляции, так скажем. И через 2 месяца, когда она ко мне подошла, это образование значительно выросло. Я посмотрела на дерматоскопе, и, к сожалению, диагноз был неутешительный. Там была меланома, вот, чего не увидели специалисты, когда делали губки 25-летней девочки.